Россия является мировым лидером в энергетической сфере. Уже к 2020 году может отказаться от 80% импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе. Об этом шла речь во время встречи Владимира Путина с главой Минэнерго Александром Новаком. Руководитель ведомства доложил президенту об итогах работы министерства в прошлом году. Говорим по итогам работы министерства, да? Несмотря на сложные внешние вызовы, незаконные санкции, сложности с финансированием, мы видели, что у нас и в 2017 году был рост инвестиций, общий объем инвестиций в отрасль составил 3,5 триллиона рублей. В год, да? Да, в год. Российская Федерация является страной номер один в мире по добыче нефти, по экспорту газа. Второе место занимаем мы по добыче газа в мире и третье место по экспорту угля. На сегодняшний день Россия занимает 10-е место в мире по упрощенной процедуре, по подключению к инфраструктуре, к электроэнергетической. Мы говорили о поставщиках и о потоках денежных, которые там фигурируют. Говорили о необходимости принятия соответствующих решений, которые бы упорядочили этот процесс. Ваше поручение, касающееся более прозрачного прохождения денежных потоков, тоже исполнено.